Приветствую всех на канале Раиса Горяченко. Дача, сад, огород, цветы. О лучших днях для квашения капусты с февраля по апрель месяц 2019 года расскажет вам Раиса Горяченко. Время московское, и я это делаю по заявке, по просьбе тех северян, которые еще квасят в апреле капуста. Они как раз открывают ее в своих хранилищ, и в свежем виде она очень быстро портится, а они ее квасят. И она еще несколько месяцев служит для них, для того, чтобы вкусненькую капусточку поставлять на стол. Итак, выполняя все ваши просьбы, лучшие дни выбираем в этом периоде. Февраль месяц. В феврале с первого, это имеется в виду весь день световой, второе целый день и по 3 февраля до 16 часов. Хорошее время для того, чтобы заквасить капусточку. Затем следующий период с 11 до 13 числа, до 13.30. И 28 февраля с 10 часов утра начинать можно этот важный процесс приготовления капусты и до конца суток. Далее у нас март месяц. Тоже есть такие периоды и хорошие периоды для того, чтобы квасить капусточку. С 1 по 2. Второе число у нас до 22 часов. Далее 10 марта с 11 часов начинаем квасить капусту по 12 число, то есть и 11 полные сутки, и 12 до 19 часов. Напоминаю, время московское. С 27 марта, именно с 17 часов, не раньше, можно начинать снова же квасить капусту. И этот период будет продолжаться 28 все 24 часа и 29 включительно. Ну и апрель, то, что очень меня просили сделать. Апрель месяц, здесь будет два периода. С 6 апреля, с 16, после 16 часов, по 8 апреля включительно. И с 24, 25 все 24 часа и 26 только до 12 часов можно будет квасить капусту. То ли просто капусточку, а можно еще и добавлять яблочки. У нас очень это вкусное блюдо, пользуется большой популярностью, но с яблоками. Если нет такого большого количества яблок, еще остается семеринка. Она очень хорошо идет с капустой квашеной. Поэтому можно порезать семеринку и заложить на новые порции для того, чтобы заквасить капусточку. Очень вкусное блюдо. Итак, приятного аппетита! Я просьбу вашу выполнила и для себя тоже кое-какие наметки сделала. Вкусных вам блюд! Приятного аппетита!